В минувшие выходные состоялся чемпионат Астраханской области по жиму штанги лежа и становой тяги. В турнире принимали участие более 30 спортсменов. За призовые места боролись в 4 весовых категориях. На чемпионате побывал наш корреспондент. Михаил живет в Астрахани уже 8 лет, однако возможность заниматься спортом у него появилась всего 5 месяцев назад. После болезни, перенесенной в полугодовалом возрасте, ему поставили диагноз – ДЦП. Одним из способов побороть болезнь стал спорт. Еще юноша Михаил записался в тренажерный зал. Сейчас ему 34, и уже больше 10 лет он увлеченно тягает железо. На чемпионат Астраханской области спортсмен пришел с женой. Он принял участие в соревнованиях по жиму лежа в категории до 75 килограмм. Взял 50, 60, 70. В принципе, свой минимум я выполнил. Будем дальше тренироваться. Цель – жить полноценной жизнью. Я человек с высшим образованием. Я семейный человек. Поэтому всегда старался быть обычным человеком и жить в нормальном обществе. Вот моя основная цель. После тренировок обычно приходит домой веселый, рассказывает, какой вес сегодня взял, как все было замечательно, что говорил о нем тренер, какие наставления ему дал. В соревнованиях по жиму штанги лежа приняли участие 30 атлетов, 17 спортсменов по становой тяге. За призовые места спортсмены боролись в 3 весовых категориях – до 75 кг, до 90 и свыше 90 кг. Александр Сенцов выступал в категории до 75 кг. Собственный вес спортсмена – 72,5. Однако выжать 145 кг и поднять 230 ему под силу. Ну, это мало. Я планировал больше, но получилось так, как получилось. В своей весовой категории Александр занял первое место. Александра Вострикова, Серик Намазбаев, Новости, 24, Астрахань.